Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Почти 500 водителей в Кировской области в этом году наказали за разговор по мобильному телефону во время движения. Управление ГИБДД напоминает, что штраф в данном случае составляет 1500 рублей. Автоинспекторы предупреждают, что любое отвлечение шофера на телефон может привести к плачевным последствиям. Лучше всего найти место для парковки, остановиться и спокойно поговорить или набрать сообщение. Трасса 101. Существующее правило получения медицинской справки при замене водительских удостоверений или их первой выдаче будут действовать до конца 2020 года. Власти приняли решение не менять процедуру с 1 июля, то есть дата вступления поправок в силу переносится еще раз. Как сообщалось ранее, суть нововведений заключается в том, что граждан, подозреваемых в хроническом злоупотреблении алкоголем или в приеме наркотиков, обяжут сдавать специальные анализы. Трасса 101. «Мы же по миру пойдем», — взмолились операторы техосмотра. Они недовольны тем, что руководство страны приняло решение выдавать полисы ОСАГО без прохождения ТО. Такой порядок, напомню, будет действовать до конца сентября этого года, что обусловлено пандемией. О своих проблемах ТОшники рассказали в письме, которое направили президенту и премьер-министру. Кроме всего прочего, они просят включить их в список пострадавших от коронавируса отраслей. Трасса 101. Российским дилерам Volkswagen отправили первые партии Polo нового поколения. Автомобиль, собираемый в Калуге, стоит минимум 793 тысячи рублей. Моторы у него остались прежними. Это 90- либо 110-сильный атмосферник объемом 1,6 литра, либо 125-сильный турбированный агрегат объемом 1,4. Комплектаций всего 4. За топовую версию придется выложить не менее 1 112 тысяч рублей. Трасса 101. «АвтоВАЗ» снова, четвертый раз за год, собирается поднять стоимость своей продукции. Это произойдет, сообщают СМИ, 1 июля. Цены вырастут от 5 до 9 тысяч рублей. Так, минимальный ценник «Лады Гранта» зафиксируется на уровне 470 тысяч 900 рублей. Седана «Лада Веста» на уровне 653 тысяч 900 рублей. Последний раз «Лады» дорожали в середине мая на 5-7 тысяч. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.